Всем привет, дорогие подписчики, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дукит, канал World of Games. Те, кто не подписан, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И что ж, начнем мы, наверное, наше сегодняшнее видео будет о том, как нам перенести с OBS Streamlabs на обычную OBS темы. Вот, ну, почему я делаю это видео? Потому что для меня, если делать стрим или что-то записывать, делать какое-то, ну, видео, это я всегда... Мне удобнее через обычный OBS. Вот, что нам для этого понадобится? Нам понадобится скачать Streamlabs, ребят. Скачать Streamlabs. Вот. Зайти, зарегистрироваться для тех, кто не знает. Дальше что мы делаем, ребята? Дальше мы переходим в сам Streamlabs. Хотя я видео уже снимал, где нам найти бесплатные темы. Они здесь есть, но их осталось мало. Вот. Что касается анимированных, я не знаю, найдете вы их, нет, но обычные темы есть. То есть мы выбираем в Streamlabs вот эту штуку, темы называется. Выбираем сцену тем. Вот она, вот эта вот. И выбираем у нас вот этот, выбираем, и выбираем Most Popular. Вот. Здесь изначально раньше было все, ну, можно было найти бесплатное, но так как я понимаю, данный сайт он продвигается. Сейчас в основном Prime, он весь платный. И вот, как я говорил, анимированные картинки наподобие как вот это, ну, они, скорее всего, будут платные. Ну, если вы найдете бесплатные, то это хорошо. Так, ну что ж, мы выбираем сцены, опускаемся вниз. Как я и говорил, видео я уже снимал, но я сейчас вам, дабы, как сказать, более наглядно было, покажу. То есть мы переходим вниз и листаем в самый конец, в надежде на то, что у нас, ребят, будут там бесплатные темы. Вот. Хотя, как я говорил, видео записывал, там некоторые комментируют, что вроде как они не нашли, то что их уже почикали, их нету. Сейчас посмотрим. Так, мы делаем дальше вот так. Листаем, смотрим. Для чего? Конечно, хотел я покороче видео сделать, но так как некоторые, может быть, не знают, я решил все-таки сделать более подробно. Те, кому, кто знает, можете промотать момент этот, вот, дабы, чтобы у нас видео полноценное получилось, а не так, что где-то в каком-то моменте я рассказал, что делать, в каком-то моменте я не рассказал. Так, ну что же мы делаем? Мы дальше мотаем, дальше крутим в самый конец. Кстати, вот она тема, я изначально ее качал, она была бесплатная. Она у меня есть, я вам потом покажу. Вот она. Сейчас она платная, ребят. Она у меня есть, я успел ее себе скачать. И вот у меня некоторые темы, они остались без... Ну, сохранились. Так, ну что ж, вот они у нас. Эти темы бесплатные, как видите. Здесь у нас прайма нету. Вот она. Вот бесплатная, вот бесплатная. Так. Вот бесплатная, вот это бесплатная. Хотя тут довольно-то, в принципе, есть бесплатная тема. Так, ну давайте не будем заморачиваться. Давайте возьмем вот эту тему. И мы нажимаем скачать. Так, мы нажали. У нас тема скачалась. Все. Так, после чего у нас перекидывает сюда. Отсюда мы будем сейчас вытягивать наши темы, скачивать их в корзинку куда-нибудь, потом перекинем в обычную ABS. Так, по поводу, ладно, хотел сказать, что по поводу обычных тем, мы будем в ABS загружать как обычное изображение. Если все-таки у вас есть анимированные, то будем загружать как медиа. Ладно, это позже. Ну вот у нас, ребят, тема загрузилась. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Вот. Вот, смотрите. Мы выбираем вот здесь еще раз нашу тему, которую мы загружаем. Вот она наша будет. Вот они темы. Загружаем вот ее, допустим, да? Загрузили. Дальше мы выбираем вот это. Ну, смотрим. Путь.
И вот видим, что у нас вот эта все темы, они у нас вот здесь. Это путь. Что мы можем сейчас сделать? Для начала, ребят, создайте папку, куда мы все это перенесем, дабы чтобы нам удобно было потом их извлекать в ОБС. То есть мы можем их сделать как? Мы можем скопировать Ctrl-C отсюда и вставить Ctrl-V. Сейчас я вам покажу. Допустим, Ctrl-C копируем. Выходим отсюда. Открываем наш компьютер. И вот здесь в поиске убираем в поиске, Ctrl-V вставляем. И вот. Можем так сделать. И отсюда потом в папку перекинуть, как куда вам надо. А можем сделать проще, если вот так вот. То есть мы открыли папку. Сейчас мы закроем. Вот открываем. Открываем мой компьютер. И, допустим, у меня в загрузках. И можем просто перетащить отсюда сюда нашу тему. То есть мы перетаскиваем. Так, закрываем. Вот эта тема наша. Видите? Ну, по поводу касается, это заставка нам, в принципе, нафиг. Что касается, ребят, что касается медиа, сейчас вам покажу медиа. Это вот эти, видите, да, анимированные. Их сейчас вы вряд ли найдете. Вот. Поэтому, что мы делаем? Мы открываем ОБС и начинаем добавлять. Как я вам говорил, если у вас анимированные вот эти штуки, то вы добавляете захват. Так, устройство. Сейчас извиняюсь, ребят. Источник медиа. То есть это анимировано. Если у нас захват изображения, мы добавляем изображение, окей. И добавляем наши вот эти вот, что мы скачали. Окей. Окей. Вот, видите, да? То есть мы сюда перетаскиваем, и здесь уже мы их редактируем. Ну, это я кратко вам говорю. Вот. Понимаете, да? Что можем еще сделать? Это я дополню информацию. Смотрите, можем сделать, как видите, здесь вот, да, допустим. Для тех, опять же, кто не знает, я быстренько расскажу. Можете вот сюда вставить, допустим, текст. Вот, вставляем текст, пишем, вот, может получиться так. Фильтры есть, фильтр прокрутки, видите, он у нас двигается. Ну и дополню, что можете сделать фуртаж вот такой, видите, она крутится. Здесь фуртаж вы можете опять же скачать его с видео, ну, с YouTube, там, с Яндекса, там, я не знаю, где найдете. И опять же, как видим, источник медиа, где он у нас? Источник медиа. Вот. И здесь мы, ребят, добавляем, вот если фуртаж, это я опять же дополняю, хромакей. Хромаки добавляем, чтобы у нас зеленый цвет убрался. Ну, как-то так, ребят, это кратко очень. Так что имейте в виду, тут все просто. Берем, открываем. То есть мы перекинули оттуда изображение и добавляем уже сюда. То есть мы здесь можем добавлять, где она у нас. Где у нас она, где, вот. Это окно. Вот такое можете, видите, добавлять. Но это, скорее всего, окно вебки, наверное, я так предполагаю. Вот, его можете сделать вот так. То есть, вот эта тема. Ну, поищите, ребят, поищите. Сейчас удалим нафиг. Поищите, там, возможно, может быть, найдете темы вот такие, анимированные, как я говорил. Ну, не знаю, вряд ли там, потому что бесплатных остаются обычные. Это у меня осталось, когда я еще скачивал их, когда это все было бесплатно. Но если все-таки медиа будете добавлять, то добавляйте не изображение, как я вам напомню, добавляйте устройство медиа. Захват, вернее, подождите. Опять я что-то путаю. Так... Где он у нас? Я уже добавлял. Источник медиа, ребят, извиняюсь, добавляем. Вот он. То есть добавляем источник медиа. Это у нас вот эти штуки, которые анимированы. Ну что ж, я думаю,
Это было краткое видео, не стал я все это подробно описывать, как это все делается. Кому это будет интересно, если видео наберет там просмотров, там, я не знаю, то можно будет более подробно сделать видео, как вообще все это сделать красиво, красочно, интересно. Так что, ребят, пишите в комментариях, не забывайте, кстати, подписываться, ставить лайки, как бы все это делаю для вас. Вот, огромное всем спасибо. Спасибо своим моим подписчикам, что поддерживают меня. Вот. Огромный вам привет по поводу стримов, как я и говорил, пока как бы не планирую, потому что, ну, если честно, то, что как бы мало кто смотрит их, поэтому я в основном как бы снимаю только видео, обзоры какие-то. Вот. Так что все равно, ребят, пишите, кому-то может быть интересно какие-то по определенному какому-то видео, по данному там тематике какой-то, пишите, мы сделаем без проблем. Ну что ж, ребят, всем пока, с вами был Дукит, канал World of Games. Спасибо, что вы есть, не забываем подписываться, ставить лайки, здоровья вам, удачи, ребят, и благополучия всем, ребят, пока, всем пока.